десятки тысяч хозяев и хозяев домашних животных уже освоили на практике минимально необходимый объем навыков, достаточных для оказания пассивной или частично активной помощи своим пушистым любимицам, когда им предстоит обзавестись потомством. На эту тему в Ютубе множество профессиональных и полупрофессионально выполненных видео, в которых владельцы беременных кошек демонстрируют, как происходил процесс родов в их случае, что они делали, как это сказалось на кошках и на потомстве. Однако, как напоминают нам ветеринарные врачи, владельцам пушистых или не очень красавиц, следует помнить, что не всегда кошки могут пройти все этапы вынашивания, родов и выкармливания без профессиональной ветеринарной помощи. Особенно это относится к первородящим кошкам и кошкам, предшествующие роды которых носили осложненный характер. И сейчас у меня есть возможность предложить всем интересующимся владельцам домашних кошек архивный видеоматериал, записанный мной во время прямой трансляции с публичной веб-камеры, установленный 2 года тому назад в прекрасно оборудованном современном стационаре одной из базовых ветеринарных клиник города Волгограда в России. Так получилось, что в тот день в боксах стационара почти не было животных. И ничто не будет нас отвлекать от наблюдения практически всего процесса оказания врачами и ассистентами врачей этой поликлиники высококвалифицированной помощи британской кошке, который принес ее хозяин в необходимые моменты, ласково успокаивавший ее. Это не заранее подготовленные съемки, это обычное, я бы сказал, оперативное видео. Видео прямого эфира. Приятно было наблюдать, с каким профессионализмом и любовью к животному выполняли свои обязанности ветеринары. Я публикую это видео для того, чтобы вы, владельцы домашних кошек, могли объективно оценить правильность своих действий при приеме родов у своих пушистых любимец и сравнить их с соответствующими манипуляциями, которые выполняет персонал ветеринарной клиники при приеме родов у кошек в собственном стационаре. Это видео не является каким-либо методическим пособием. Итак, смотрите видео и будьте здоровы. Не забывайте про мой канал. Да, еще одно. К сожалению, видеотрансляция из стационара ветеринарной клиники велась без звуковой поддержки. Поэтому я вынужден был наложить на видеоряд хорошую в унисон с сюжетом музыку американского композитора Криса Забриски. Вот теперь все. Thank you.
Thank you.